Они могут даже отписаться, я думаю. Так, какие нюансы при подборе ключевых слов рекламной кампании ориентируются на заграничные рынки? Как подобрать максимально возможное количество качественных ключей в рекламной кампании AdWords? Wordstat предлагает мало ключевиков. Да, потому что вы можете использовать два метода. Первое. Я вообще рекомендую использовать для сбора ключей, вот идеальный вариант, мое мнение, опять же, это поисковые подсказки Google AdWords и поисковые подсказки Яндекса. Если это в России, конечно, если это за границей, то поисковые подсказки Google AdWords и поисковые подсказки YouTube. Их тоже можно найти. Просто вбивайте в Гугле поисковые подсказки YouTube, и там выдаются сервисы, они платные, и в которых можно собрать как раз поисковые подсказки. А Google можно собрать с помощью кей-коллектора. Все очень просто. Кстати, YouTube, по-моему, там тоже можно собрать, но там как-то он что-то не так с ним происходит. Так, интересно узнать по поводу бидеров, стоит пользоваться или нет. Новичкам, возможно, опять же, вот директ-автомат, есть ребята, которые пользуются ими у нас, в принципе, пользуются и никто не жалуется. И падает ли цена во много раз, не сказал бы. То есть тут автоматизация это не дает какой-то волшебной палочки. На самом деле, если у вас происходит там падение на 30% цены клик, значит, вы что-то просто делали не так руками. Вот. А стоит ли пользоваться? Если вы совсем новичок, конечно, это крайне сложно, такой инструмент крайне сложный, но если вы хотя бы несколько рекламных кампаний настроили, уже более-менее разбираетесь в этом, можно попробовать воспользоваться, например, директ-автоматом или чем-нибудь таким. Все никак не могу у владельца этого инструмента попросить скидку, но если вы напишете, кстати, от Monster Context, возможно, он даст скидку, потому что он мне обещал 20%. Я проценты за это не получаю, поэтому я умываю руки.